Вот сейчас ребята со 152-миллиметрового орудия будут отправлять посылку друзьям из русского мира. Нужно сказать, передовая батарея практически вся сгорела, и били птурами, то бишь полностью сожгли. Сейчас будет выстрел. Слушайте. Вот такой вот нехитрый, не знаю, как у вас, у меня уши заложило, нехитрый способ. Ребята, каждый божий день бьют оружие. Кстати, привыкают уже под эти выстрелы спать, кушать, отдыхать. Вот такой вот наш маленький мир на границе с Российской Федерацией. Луганская область, 13 июня.